Привет всем! Я уже иду домой. Сегодня у нас солнышко. Так вот, какие-то туристы всякие разные. Довольно-таки их много. Им сегодня повезло. У нас вчера весь день дождь лил. Целый день, вы представляете, дождь лил. Поэтому я вчера не снимала ничего, потому что снимать, я дома лежала, ничего не делала, абсолютно ничего, потому что что делаешь, даже гулять не ходила, а куда, лил вообще. Сегодня такой холод, прям так холодно вообще по-зимнему. Погода, конечно, в этом году что-то с чем-то. И видите, там опять что какие-то тучи, тут на завтра передают опять дожди. В общем, сейчас еду в аптеку посмотреть, есть ли у меня что на моей карточке. У нас здесь рецепты выписывают, ну, где-то на полгода, и они на карточке. А вот, и вот каждый месяц я их беру, допустим, лекарства. Ну, я же не помню, там, закончился полгода, не закончился. И вот сейчас поеду, может быть, мне нужно опять уже идти к врачу, чтобы он мне назначил там всякие лекарства. Так что вот такие дела. Я уже пришла к машине, сейчас поеду. Идол пришла за хлебом. Сливы, интересно, спелые? Есть спелые, можно повыбираться. Вот, не мшала, все время забываю. Нифига себе, одна штука манго стоит 1,89 рубля. Вот это да, цены выросли. Чуть народу столько много. Хлебушек мне нужен. Мой хлебушек. Мой хлебушек любимый. Мне уже, вот, наверное, дня 4 нету. Вчера без хлеба ела. Ну ничего. Пускай режется. Это мне теперь его хватит недели на 3. А еще хочу себе приготовить свежую пасту. Типа спагетти какие-нибудь. У меня там курица вчерашняя осталась. Я вот эту возьму. Ням-ням. Вот. А больше, наверное, мне больше ничего и не надо. Сарделечки вкусные наши я раньше ела. Были времена. Вообще, вот это все вкусняшка такая, блин. Блин. Холодно так вообще. Тут все греческое нам привезли. Греческое. Йогурты, феты всякие. Вообще, все завтра привезут. По четвергам привозят. Блин, как же холодно. А йогурт надо взять, поэтому я отключаюсь, у меня рук больше нет. Я тележку не взяла. Еле припарковалась. Это пипец какой-то с этими парковками. И главное, все перед моим носом опарковываются. А я нет, а я еду за ними. Меня уже это начинало бесить. Ну, что за фигня? Что такая невесуха? Все паркуются, я нет. Ой, проблема. У вас тоже такие проблемы с парковкой? Это пипец какой-то. Так что сейчас я буду себе отваривать пасту и делать соус из курицы вчерашней. Я вчера в курицу запекла. Ну, обычная курица гриль, которую мариновала. У нас тут вон она почти целая и осталась. Я только два крылышка съела. Два крылышка. Сейчас из нее порублю немножко, лучка поджарю. И с вот этим перемешаю. У меня вот эта посуда вся чистая. Надо ее сейчас разобрать. Вот, а что я ничего и не купила? Хлеб купила. Пахнет обалденно. Чучи много, Чарли. У него нету нифига ничего. Конфетки ему. Мне вчера муж притащил на ночь. Мандарины вот такие. И конфеты. Это чтобы я это, типа, не это. Не худела. Конфеты, шоколадку. Ну, в общем, все такое низкокалорийное. Так что, блин, пипец. Ну, зачем вот шоколадку припер, я не понимаю. Вернее, я знаю, у него там кое-какие грешки были. Вот, и он решил загладить. Таким образом. Вот эти вот вкусные. Какие-то вот такие даже не пробовала, вот эти черные никогда. Что это такое? Коробочку потом Тане отдам. Она для шитья ей нужны такие коробочки. Вот, так что я и собираю. Ну все,
У меня там машинка стирается. Завтра опять дождь передавали. А я замочила вчера черное белье. Черную одежду. Поэтому что, накиснуть будет неделю, что ли? Нет, конечно. Поэтому, кстати, на улице очень сильный ветер, ледяной. Вообще люди все кутаются. Ужас, тут творится. У меня пижамы теплой нету. Я уже все ее положила, спрятала. Кстати, счет за свет пришел. Сейчас посмотрим, что там. Какой сюрприз у нас ждет. Мы немного света платим, потому что у нас ничего не горит. Отопление мы не топимся. Поэтому 35 евро, пожалуйста. 5 евро снизилось с зимы. Мы не, ну, у нас свет мало очень тратится. У нас куда свет-то? Поэтому нам везет. Ну, как везет. Если бы отопление, наверное, включали до хера. Просто я не вижу смысла включать отопление 20 градусов дома. Так что, конечно, если открою все, то да. Тут, и знаете, холодно как. 2 дня холодно. 2 дня тепло, поэтому за эти 2 дня... Я вот сейчас в машине ехала, такая жарища, на солнышке. А на улице очень ветер сильный, блин, задубеешь. Не знаю, сегодня надо идти с Чарли гулять. Ой, там так, такой ветер ледяной. Ну, надо с ним гулять, а что делать? Знаете, что люблю? Вот такие вот корочки. Вот эти вот. Они такие еще хрустящие, когда хлеб свежий. Многие вот эти вот жопки оставляют прям там, вот где режут. А я, наоборот, люблю, они такие хрустящие. Я кушать хочу, давайте уже. Потом покажу, что получится. Пойду сейчас вешать белье. Вот в таком виде. Теплая пижама, теплый халат. Сейчас еще капюшон надену. У нас зима пришла. Холодрига вообще. Даже не хочется выглядывать туда. Люди все непонятно, знаете, они некоторые одеты легко, а потом вот так все идут, холодрыга. Ой, не могу с этой погодой, что-то творится непонятное. Чаю себе заварила. Сейчас пару конфеток съем вот этих вкусненьких моих. Либо Рафаэлку, либо Ферреро Роше. Кстати, попробовала вот эту, блин. Она необыкновенно вкусная. Вообще такая вкусная. Вообще все эти конфеты очень вкусные. Ну и дураку понятно, да? Кстати, коробку чуть не сломала. Она открывается как-то... Она, я думала, она вот так открывается. Она нет, она просто вот так снимается. Чуть танкину коробку не сломала. Обалдеть. Ладно, пойду я вешать. У меня тут чаек заваривается. С бергамотом. Ай. Ай. Ну все, я готова. И пускай все на меня, кто смотрит и смеются, зато мне тепло. Мы тут вышли погулять. И знаете, какая странность? Вот там, где город, там ветер сильный. А тут, в полях, да, его вообще нету. Как это может быть такое? И очень сильно потеплело, вы знаете. Это радует. Я-то накулючилась, куртку одела. Говорю, что вот до сих пор ее застегну. А иду жарко. Вот. Так что... Там, конечно, тучи. На завтра опять дождь передают. Ну, не знаю. Посмотрим. Вот. Так, спагетти я вам свои не показала. Там, в принципе, ничего особенного не было. Соус в роботе сделала. Он такой вкусный получился. С это. Ну, типа натто. Ой, сливок, но не сливки. Поняли, да? О, зачем сказала, что ветра нет? И с курочкой. Грили с лучком. Налопалась. Завтра хочу гамбургеры делать. Купила хлеб. В машине оставила, потому что что-то много набрала всего. Ну, как много? Немного, просто тащить все это охота, что ли. Машину не прям перед домом оставила. Сейчас, может, знаете, на обратном пути пойду зайду. В машину и заберу. С этой парковкой, конечно, пипец. Вот. А еще знаете, что хотела рассказать?
насчет мата, да. Вот у нас говорят русские, да, не поругаться. Ну, типа мат это не ругательство, а для связки слов. Ну, в Испании, ну, у нас, по крайней мере, вот, как сейчас скажу, идут вот сегодня дети под балконом. И прям матюкаются, вот прям чисто матюкаются по-испански. И все это нормально, знаете, для них это нормально. Это как бы даже по телевизору можно слышать матюки. По-моему, до 11 нельзя ругаться, а после на здоровье. Потому что я вот одну передачу смотрю, там они постоянно, пока еще нельзя, пока еще нельзя. Извините. Вот они правда, как для святки слов, матом у них как бы... Куда? Ты куда? Нет, я тебя не хочу купать. Он и хочет побегать, и колется ему. Там какие-то просто сделали. Бедный мой. Чудной. Там как, что-то какие-то... Ой, блин, в грязь. Нет, в грязь не надо. Все, пронесло. Хочется и колется. Вот, говорю, а потом еще мы русские матом ругаемся. И вот у них идут такие школьники, знаете, им лет по 10. И нам бы уже по губам надавали бы. Ну, им ничего, нормально. А еще я тут фильмы, когда старинные, смотрела. Ну, просто у нас-то, помню, русские фильмы такие, знаете, такие добрые были какие-то, все с песнями. А здесь у них, видимо, такой цензуры не было. Там и эротика вовсю гуляла. Здесь ветер, я думаю, меньше будет. И матюками поматюкались. И прям вот разница сразу меня тоже шокировала. Старые фильмы. А в основном... Ой, машина едет. Блин, а лапы какие у него грязные. Здесь как поросенок стал. Мама, вот поросенок. Как в сапогах в коричневых. Еще и пузико измазал. Свинья. Вот. И, видимо, цензура у них была не такая жесткая, как у нас. А так вообще фильмы старинные, все похожи как-то, странно. Но прям вот как будто, знаете, одни режиссеры снимали про одно и то же. Все-таки ничего, много одинакового было, и мода, и все, и те же самые прически даже. Прям даже, знаете, интересно, так смотришь, говорят не по-нашему, а не по-русскому. А вот прям вот как будто в России. Я вот много старых фильмов у них смотрела. Некоторые актеры мне нравятся. И наши старые фильмы тоже интересные были. Сейчас, конечно, снимают. Есть, конечно, снимают хорошо, но очень редко. Кстати, я знаете, какой сериал сейчас смотрю? «Березка». Неплохой такой сериальчик. Что он там, 4 серии только вышло. Про них прочитала в интернете, полазила, что это на самом деле все было. Интересно, и актеры очень хорошие, мне они нравятся. Ни одного актера я не знаю, как зовут, потому что я на имена говорила уже 100 раз, что у меня памяти никакой. Вот, я только на лица. И усё. Ой, прям вот там вот так классно, как вот надвигается такая вот туча. Вот знаете, я думала, что вот это вот петрушка. Это не петрушка. Это, наверное, знаете, что сельдерей. Потому что это нифига не петрушка. Конечно, все тут заросло. Сейчас вот там вот попробуем подойти. Тут просто от дождя вчера лил вовсю. И фиг подойдешь. Где небо? Все было открыто, не было ветра. Сейчас тут, блин, залезешь по колено. Наверное. Да? Хотя нет. Вот видите, похоже как петрушка, но это не петрушка. Это, по-моему, сельдерей. Да, это сельдерей. На. Сельдерейчик тебе. Только он почему-то небольшой. Мы, конечно, не будем его брать. Пахнет вкусно. Ладно, мы будем продолжать гулять. Время, кстати, у нас уже 7:00. 6:30, представляете? А солнце еще высоко-высоко. Ой, когда же уже загорать-то пойдем? Господи, и вообще пойдем ли? Тут что-то творится в мире, что непонятно.
мимо фруктового магазина, увидела арбузы. Я еще сегодня лежала и мечтала об арбузе. А еще с прошлого года я покупала там такие, они длинные, знаете, такие вкусные-вкусные были. В этот раз такой же сорт увидела. Даже не знаю, почем они. По рублю, наверное, по евро. Я у ней спрашиваю, вкусные? Она, знаете, как-то вот так ответила, как бы, типа да и типа нет. Не знаю. Сейчас попробуем. Она меня не обманула. Обалденные. Такие вкусные. Я его съем за 2 дня. Прям, знаете, настоящий такой вот, как моя бабушка всегда говорила, сахарный. Вот именно такой арбуз. Я в прошлом году тоже брала именно вот этот сорт. Они какие-то длинные, супер здоровые. Там, наверное, килограмм на 10. Я всегда брала половинку у него. Он марокканец. Фруктовый магазин у него марокканец. И вот, но он никогда не врет, знаете. Но это была продавщица. И у него, кстати, у одного продается это, укроп. А что-то я забыла про укроп. У меня же укроп закончился. Блин, Маруся. Вот. Я тут, наверное, не в арбузе вся. Сейчас местечко ему освободим. Так что девочка не обманула. Вкусняцкий арбуз. Классно. Вот так вот называется фрутерия Атланта. Прессио и калида. Цена и качество. Ну, в принципе, цена не знаю. Вот за это вот 5 евро отдала. Ну, мне кажется, там, ну, нет, 5 килограмм там нет. Там килограмма 3, наверное. Но все равно, знаете, если что-то вкусное, я вот в прошлый раз купила, такая херня, я его весь выбросила. А этот вкусный. Так что пошла я наслаждаться арбузиком. Вот лежу я тут, отдыхаю. И вот так лишь собака моя всегда сидит. Всегда на мне. Интересно, а ваши собаки тоже так же отдыхают? Смотрите, вся кровать пустая, никого больше нету. Вот что он? Нет, ему надо вот сюда лечь. На меня. Да, Чарли, тебе тут удобнее на мне? Чарли, тебе удобно? Я вот так могу переворачиваться, вот так лечь. И он все равно никуда не уйдет. Вот он может пойти поцеловаться. Вот так. Так может поцеловаться. Да? Чтобы почесали его. Фу. Все, хватит. Хватит. Вот какой деловой. Видит, что про него говорят. Ясно, Чарли. Ясно. 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 Все. Все, не дам тебе ложиться на себя. Ладно, иди. Вот, вот, вот. Вот так. Вот как он ему удобно. Как ему удобно на мне-то. Правда? И защита, и опора. Вот так мы и лежим, спим. Кстати, ночью точно так же. На мне. Всю ночь. На ком-то дети, а на мне собака. Я вот перевернусь, а он опять даст мне перевернуться. И опять на меня залезет. И вот так. Летом нет, летом ему жарко. Летом он уходит куда-нибудь вон туда. А зимой вот так на мне. Сейчас он, смотрите, раз, уложится. Еще он люблю вот так, когда ногу сделаю. Вот он так вот гнездится и там где-нибудь усядется. Ну, садись. Удобно тебе? Удобно? Ладно, буду продолжать сериал смотреть. Я там сериальчик и смотрю. Вот так вот он или гнездится. Просто интересно, хотела вам показать, как у меня Чарли любит спать. Все, я уже почти смонтировала, осталось только попрощаться с вами, потому что сейчас пойду посуду мыть. Сама мыться и больше ничего не буду делать. Так что всем пока-пока и до завтра.
Всего вам хорошего. Не забывайте ставить лайки и подписываться. И колокольчик, чтобы пришло оповещение о моем видео. Пока-пока.